Сегодня мы представляем вам абсолютно новый защищенный кейс-риф. Интересен он прежде всего своей формой. Ее по достоинству оценят любители путешествий, туристы, рыбаки, охотники. Большинство присутствующих на рынке защитных кейсов, включая и прежние модели кейсов риф, выглядят как обычный чемодан. Новый же кейс-риф больше похож по форме на сумку. И это удобно тем, что в него можно ставить оборудование вертикально. А это, в свою очередь, экономит очень много места. С чемоданом же вертикальная укладка предметов практически невозможна, только горизонтально. На кейсе риф появился новый замочек, очень удобный в использовании, очень надежный. Внутренний наполнитель, так же, как и в других кейсах риф, сделан из поролона, в котором можно делать необходимые углубления для того или иного оборудования. Делается это очень просто. Вынимается некоторое количество поролончика под тот или иной прибор, который будет жить на данном месте. Благодаря большой погрузочной высоте многие устройства можно укладывать одно над другим, что здорово экономит место. Например, вниз мы кладем более маленький прибор, наверх за ним повыше. Оба помещаются друг над дружкой. Крупные предметы, такие как мобильный телефон, радиостанция, очень хорошо ставятся вертикально в заранее подготовленные для них места. А любители фотографии по достоинству оценят новый кейс риф, поскольку в него можно убрать сразу несколько достаточно больших объективов. К примеру, вот этот 100-400 абсолютно нормально в него убирается. Принципиальное отличие новых кейсов – это удобная, хорошая, хваткая ручка и плечевой ремень. Причем, обратите внимание, плечевой ремень сделан на подвижном кронштейне, что здорово облегчает переноску. Повесив его на плечо, кейс не висит у вас так, а висит ровно, прочно и удобно. При этом кейсы риф отличаются хорошо известной надежностью и прочностью. 140 килограмм.